С 21 по 24 ноября в спорткомплексе «Юность» было много красивого флорбола. Здесь во второй раз прошел чемпионат Уральского и Сибирского федеральных округов. Также флорбольные команды «Зоны Восток» выясняли спортивные отношения в рамках группового этапа чемпионата страны. Гостей из Новосибирска, Красноярска, Нового Уренгоя и Первоуральска встречали три омские команды – «Сибирь», «Молодежная сборная» и «Прогресс». Эти семь коллективов и выясняли, кто сильнее на Урале и в Сибири. Омские флорбольные дружины по итогам турнира по-хозяйски заняли весь пьедестал почета. Лидер чемпионата – сборная региона «Сибирь». Серебряные в этом году флорболисты молодежной сборной. «Прогресс» – третий. Молодежь у нас тренируется со взрослой командой. Ну и, в общем-то, молодежь очень сильная, мощная. Они себя проявили сейчас в турнире. Играют абсолютно на равных. Единственное, что не хватает у них еще мужской мощи такой. А так грамотные, хорошие ребята. Вот. Значит, ну, тренерский состав неплохо работает, дает резерв, школа. Не было равных команде Сибири в рамках группового этапа чемпионата России. Омские флорболисты набрали максимальное количество очков – 12, по два раза крупно обыграв соперников из команды «Прогресс» и «Ветераны». Получалось все, что мы задумали, в общем-то, на тренировках, что отыгрывалось, получалось в игре. Ну а так соперники стали намного серьезнее, посложнее играть, уровень повышается, команда интереснее играть. Но в целом где-то ошибались, где-то получалось. Довольный игрок, тренера старались, и команда все старалась. Победили уверенно, но все же есть где-то недочеты, надо дорабатывать эти моменты. Будем стараться. Шанс есть, еще будут игры с командами западной зоны в феврале, если не ошибаюсь. Поэтому будем стараться бороться. Ну а Омскую Сибирь поздравляю с победой в этом отборе. Они достойно победили. Сейчас, в ближайшее время, это у нас подготовка в феврале. Уже в нашем городе команды Запада к нам приедут. Это в Омском велотреке будет с 20 по 23 февраля. Мы ждем команды Запада в Омск, поэтому будем готовиться, хотим провести на хорошем уровне. Общий тур команд Востока и Запада – событие действительно долгожданное. Основные конкуренты главной флорбольной команды нашего региона – Московский «Спартак», Нижегородец, Помор – не собирались в Омске более 10 лет. В феврале на Омском велотреке будет интересно.